Доброе утречко. Я вышла с собачками погулять. И где-то вчера тут Кирюшка рисовала нам с папой послание. Хочу сейчас посмотреть, где мелом они вчера с девчонками рисовали. Давайте вместе сейчас найдем эти послания и прочитаем. Вот эти послания, смотрите. Я люблю своих собак, Шанти и Миша. Кто сотрет, убью. Бози-бози. Какой ужас. А вот еще здесь Кирюшка писала. Папа, я тебя очень люблю, ты мой сладкий. От Киры. Класс. А вот еще. Мамочка, я тебя люблю. От Киры Овчарук. Марии Любанской. Боже, как девчонки тут вчера много всего написали. Вот дают. Ладно. А мы пошли домой. Будить Кирюшку. Начала идти домой, а вспомнила, что я иду с пустой бутылкой. Воды пошла одна набирать. Увидела послание, задурили они мне голову, и я себе тихонечко домой пошла. Иду, думаю, что-то мне слишком легко. В общем, возвращаюсь снова в парк, чтобы набрать водички. Привет, Кирюшка. Привет! Слушай, я прочитала все твои послания, которые ты вчера писала. Как приятно. Слушай, с утра так выйти с собаками прочитать, какие мы с папой хорошие. Спасибо, спасибо тебе. Спасибо. И доброе утречко. Доброе. Встаем? Встаем. Посмотрите на этого пёса. Пёса. Что такое? Да лежал бы уже себе там тихонечко. Ой, бози-бози. Мам, ты знаешь, и вот второй это тоже. Что? Знаешь, вот это означает что? Что? Суслик. Суслик что обозначает? Это обозначает, что типа собака встает вот так. А, и именно. Это... Да, я знаю, да-да-да, это я поняла. Шантюська. Ты тоже тут сделала себе гнездо? Каждая собака сделала себе по гнезду, и теперь она тут лежит, отдыхает, уже погулявшие, довольные, счастливые, позавтракавшие даже, кроме Кирюшки. Кир, ну давай уже, идем. А у меня тут уже все готово, посмотрите. Блинчики какие красивые стоят. Чаечек уже тоже приготовился. Кирюшке сейчас немножко дозавариться должен. И сейчас дам еще Кирочке ложечку. Все, все готово, а Кирочке все нет и нет. Даже я себе уже кофе сделала, который успела остыть, пока я Кирюшку будила. Наконец-то, наконец-то Кирочка моя проснулась и соизволил ребеночек прийти на кухоньку. Да, доченька? Угу. Никак уж не хотела она расставаться со своим сном, а также со своей книжкой. В общем, а я на самом деле успела даже позавтракать, пока она вставала. Так что всем, кто кушает со мной, приятного аппетита! С Кирюшкой сделали кое-какие уроки, которые ей задавали на каникулах. И я ее выпустила немножко погулять на улицу, а сама сейчас немножко в квартире хочу поубирать, пока она гуляет, и у меня есть возможность все сделать по дому. И только что кума моя, ну, у которой я крестила малышку Леночку, передала нам вещи, вернее, Кирюшке передала вещи для ее кукол. Она придет с улицы и обязательно снимет, какие вещи теперь есть у ее реборнов. Такие все милые и прикольные, но вы это увидите уже у нее на канале. Так что обязательно заходите и смотрите, какие вещи есть теперь у Лили и Лолочки. А я буду сейчас убирать, потому что потом мне нужно бежать еще снова на новую почту. Мне там пришел перевод, нужно забрать денежку. А также нужно сегодня пойти отдать залог за шарики, потому что я шарики заказала, но нужно забрать залог. Вернее, отдать залог. Вчера уже заказала кафе, то есть все сделала. Единственное, сейчас нужно отдать залог за шарики. И еще такая штука была вчера прикольная. Пошла я, в общем, шарики заказывать. И говорю, у меня есть два шарика, которые я хочу, чтобы вы мне надули. Они говорят, хорошо. Я говорю, я у вас половину шариков покупаю, а половину хочу, чтобы вы мне надули. Они окей, какие у вас шарики? Я начинаю показывать, они мне говорят, вы знаете, вот эту вот цифру, которую вы купили... Она мега маленькая. Я на самом деле, когда покупала, я даже не обратила внимания на то, что там очень маленький размер. Я увидела цифру и купила. Но у них там на стенде эти цифры были большие. У меня кто-то звонит. Секундочку, сейчас я отвечу. Сейчас. О, это как раз кума звонит. Секунду.
кума звонила, спрашивала, как вещи. Я говорю, все супер. Так вот, на чем же я закончила? Купила же я эту цифру. Я прихожу к людям, которые надувают шарики, к продавцам, и показываю эту цифру. Они мне говорят, цифра мега маленькая. Я говорю, серьезно, да? Я ее открываю, надуваю, и чтобы вы поняли, я хотела цифру метровую, а это как моя голова. Но это разве цифра? У них на витрине эти цифры метровые были. Как можно вот так вот дурить людей? Причем я купила, понимаете, я даже вот не думала, что она может быть вот такая малюсенькая. В итоге вот эта циферка сейчас просто так. Мы вчера играли в нее, и это у нас была улитка. В общем, это никак. Не девятка, это улитка. Вот такая вот цифра. Так что цифру я заказала другую. Шарики тоже заказала. Сегодня пойду отдам залог и выберу цвета, которые Кирочка любит и которые подходят под ее тематику дня рождения. Все, пошла я убирать, потому что у меня куча-куча дел. Сняли только что видео на Кирюшкин канал про ее реборнов. Она показывала, какие вещи. Все вещи просто супер-супер-супер. Дочь, тебе понравились вещи? Мне очень понравились. Покажешь так одним глазком? Да, покажу. Вот такие, вот. Смотрите. Тут даже мы уже одели. Это у тебя кто, Кир? Лола. И вот такие вот вещи передали нам. Все такие классненькие, все такие миленькие. Супер. Так что заходите на Кирин канал. И обязательно смотрите, что там у нас получилось. А Кира сейчас идет обедать и пишет какой-то свой дневник. Прочитать? Ну, давай. Конечно, интересно. У меня скоро день рождения. Сегодня 2 ноября. У меня день рождения 5 ноября. Мой день рождения через 3 дня. Я очень рада. Встретимся на ДР. Обалдеть, это ты кому пишешь? Кому, просто мой личный дневник. Вот вместо... Вот я тут говорила мой день рождения, но я написала мой ДР, потому что так скорочено. Ну правильно, да, ты уже научилась сокращать. Это правильно. Пошли теперь кушать. Все, Кирюшенька будет обедать, а я убегаю. Я тебя, Дуся, наверное, оставляю и побежала по делам, потому что я не успеваю ничего сделать, что мне нужно. А мне нужно еще миллион вещей. Окей. Кто молодец? Я молодец. Теперь я буду ждать всех, пока придут, и кормить, поить и почивать. Я уже не могу, честно скажу, реально. То есть я очень сильно за сегодня устала, набегалась. И вообще я уже разнервничала с этим днем рождения. Я постоянно, когда у Киры день рождения, я так сильно нервничаю, я так сильно переживаю. Я так сильно... Что сказать? В общем, у меня каждое Кира на день рождения – это стресс. И я уже жду, не дождусь, когда оно пройдет, чтобы все было хорошо, чтобы всем все понравилось. И я буду отдыхать. Ладно, будем ждать своих, пока придут.